Россиянка решила искупаться в море зимой и едва не погибла. На записи видно, как женщина тонет в штормящем Черном море и просит о помощи. Двое прохожих, увидев ее, бросаются в воду прямо в верхней одежде и помогают ей выбраться на берег. Как отмечается, инцидент произошел в выходные в Адлерском районе курорта. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.